Праздник Белого месяца наступит 24 февраля. Массовые гуляния в этот день начнутся с самого утра. В полдень всех жителей города и республики ждут на площади Советов. В театрализованном прологе примут участие народные фольклорные бурятские коллективы «Тонта», «Харазге», «Амарсайн» и «Наран». Также здесь будет принимать участие хозяин праздника Белого месяца, белый старец Саган Убген. В этом году к нашему белому старцу приедут коллеги Толбебе из Удмуртии и Дед Мороз из Иркутской области. Поднимать настроение будут звезды бурятской эстрады и народные игры. Например, за то, что разбил хребтовую кость, можно будет получить ценные призы, бытовую технику. Не обойдется и без традиционного йохара. Продолжится празднование в ФСК. С 13 часов начнут работать выставки. Там будет и малая скульптура, и бронза, и мастера по серебру представят свои украшения, свои мастера по керамике. Можно будет еще прийти и купить сувениры. Мы же все в Сакалган дарим друг другу подарки, делаем, и мы пригласим мастеров, чтобы тоже могли бы свои сувениры представить. 15 часов местные и приглашенные артисты устроят на сцене настоящую феерию из танцевальных номеров и отличной музыки. Мы вот специально пригласили такую талантливую группу, как Намгар, Шоно. И хочется еще как бы наши местные группы показать, что они работают, что они востребованы, что люди помнят о них и очень их любят. Такие группы, как Уитен, и новая группа у нас теперь появилась, СМАК. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах и в конкурсе национальных костюмов. В течение месяца состоится еще порядка 40 мероприятий в домах культуры, библиотеках и музеях города. Роман Попов, Мария Кравцова, новости дня.